Дизайнер одежды Сесилия Эванс побывала на представлении труппы Шинь-Юнь в оперном театре Детройта. От кончиков пальцев рук до ног, то, как они улыбались, все было на высоте. Я смотрела на их ноги и думала, они тянут носочки. Это невероятно. Как специалист в области одежды, Сесилия оценила уникальные костюмы исполнителей. Я заметила, сколько работы они вкладывают в детали. И одежда так сочетается с хореографией. Я была поражена. Я видела детали, что каждый костюм был уникальным, и они менялись с каждым новым танцем. На нее также произвели впечатление анимированные цифровые декорации. Это было прекрасно. Такие гладкие переходы. В тот момент я подумала, ах, они же только что вошли в экран. Мне по-настоящему понравилось. Не буду скрывать, пару раз я даже заплакала. NTD, Детройт, США.